Привет, друзья! С вами вновь канал All Models, и я Денис Демин. Так, теперь перед нанесением следующего слоя лака и последующим пачканием давайте нанесем декаля, чтобы у нас вся остальная, весь остальной визеринг и грязь, они были, но вместе с декалями. Декали у Эдуарда очень качественные, печатаются на картографе. Лаковая подложка, она здесь сделана четко по контуру каждой декали. Поэтому вырезать ничего не нужно. Микросет налил, положил декаль. Также сет нанес на место нанесения декали на модели. Еще декаль картографа хороша тем, что очень быстро размокает клеевой слой. Очень быстро, буквально. Положили, нанесли, и уже можно уже наклеивать. Ну и сама декаль качественная, очень хорошо приваривается. Так, и самое главное нам попасть на место и повернуть ее. Так, пониже. В общем, по удобству использования для меня эта декаль на первом месте стоит. Картограф имеется. Не Эдуард, а картографа. И обратите внимание, что даже без сола, даже от сета, разъедается подложка лаковая. Она, видите, сразу вся сморщилась. Это означает, что она размокает, разъедается. Соответственно, после сола она вообще исчезает. На мой взгляд, наиболее приятная декаль. Вот. Поэтому заранее не кладу. Вот у меня такая маленькая крышечка. Заранее не кладу, кладу только когда нужно, потому что очень быстро все происходит. Вообще по правилам, особенно если вы делаете свои первые шаги в моделизме, лучше всего, конечно, перестраховываться и наносить декали на отдельный лаковый слой, смывку на второй лаковый слой, там, и все остальные там спецэффекты, типа масляных точек, там тоже на дополнительный лаковый слой. Вот, я в данном случае экономлю один лаковый слой, и в том и занятие получается я экономлю и наношу декаль на лаковый слой вместе на тот, на котором мы наносили смывку. Вот, тем самым просто экономя время и занятие. Если у нас где-то декаль попадет на расшивку, то надо будет в этом месте повторить смывочку локально, так как я хочу делать еще масляные точки, я и смывочку заодно в этом месте как раз и сделаю под на декале. Так, вот у нас примерно так. Ну и плюс еще очень тонкая расшивка на Эдуарде, на современном, в частности вот на Миге. И чтобы у нас тремя лаковыми слоями она не залилась, по идее не должна, по крайней мере, ну ни разу у меня по опыту, ну никогда у меня расшивка не заливалась, хотя страх такой всегда существовал, когда смотришь на очень тонкую клепку. Вот, но тем не менее, решил я один лаковый слой убрать. Ну и смывку я, получается, нанес на первый же лаковый слой. И зафиксировали, то есть, грубо говоря, мы все линии расшивки мы уже зафиксировали на первом лаковом слое, когда расшивка наиболее полно видна. Вот.
И теперь уже даже если мы ее зальем, она все равно будет уже видна, потому что она у нас уже покрашена. Техничка тоже, вот у меня тут вопрос возникал. На этот борт дана отдельная техничка, и ее достаточно немного. Вот, я подумал, что может быть просто надо вносить, надо, вот, в то же время на все остальные борта целый лист технички даются. Вот. И подумал, что может быть ее тоже надо наносить. И вот наша фотография нашего борта, она подтверждает практически всю техничку, которая есть у меня именно на этот борт, именно в инструкции. Практически на тех же местах. Все, что надо, есть. Поэтому подтверждает эта фотография, подтверждает то, что технички на этом, на хорватском самолете было не так много, как на всех остальных. Видимо, камуфляж они наносили поверх нашего. И нашу техничку не восстанавливали, наносили только ту, которая им нужна, свою. Декали тут можно наносить в любой последовательности. Я просто по привычке делаю вначале крупные вещи, ну, а потом уже техничку нанесем. Так, вот тут у меня возникает трудность или самолет одной рукой держать, или помогать декаль. Поэтому тут одной рукой я декаль еще клеить не научился, поэтому уж простите это. Поклею, потом покажу, потому что одной рукой у меня что-то не получается пока. Так, где она у нас тут? Ну и влагу сразу лишнюю убираю. Так, еще из крупных у нас идет на борт шашечки, такие шашечки на хвост. Тоже вот обратите внимание, сделана лаковая подложка полностью по периметру, даже на таком сложном рисунке. Что не может не радовать. Так, вот я не знаю, может что-нибудь подставить, чтобы вам виднее было. А что я подставлю? Так будет виднее, наверное, да?
Так, теперь самое интересное и красивое. На самую большую панель, сюда вот. Клеится. Так что ли? Чуть-чуть не так. Кстати, меня вот спросили про эти салфетки, которыми я смывку убираю. Это бумажные салфетки. От них вообще нет ворса. То есть меня спрашивали, не забивает ли ворс от салфеток расшивку. Вот, салфетки эти бумажные. Это не тканные салфетки. И не палочки ушные, у которых тоже очень много ворса остается. От этих салфеток совершенно ничего не остается. Ну, если их только в порошок не растереть и вовремя менять. Как-то случайно у меня под руку один раз они попали. Я до этого, знаете, вообще чем пользовался? Спонжиками ватными. Тоже у жены там пару раз брал. Вот, но от них очень много ворса было. А как-то спонжики кончились, попробовал салфеткой. Думал, временное такое решение, пока не куплю. А так понравилось, что теперь только ими и пользуюсь. Все остальное, все, что я не пробовал, всего есть ворс. Вот только кисти и бумажные салфетки. Это единственное, чего ворса нет. Никаких этих отслоений. О, не пойму, что-то я низко, что ли, ее сделал. Ну-ка. Давайте-ка мы ее повыше поднимем. Кстати, вот если вы еще не приварили декаль, а только приладили, даже если она сутки у вас без приварки высохла, ее спокойно можно также отмочить и что-то исправить. О, вот так вот выше она, вот так вот, да? Кистью аккуратно, и ничего с ней не происходит. Ну, это для тех, кто не знал. Ну, только не ногтем, не пальцем, а кистью, смоченной в том же растворе, в котором вы размачивали декаль. Если в воде, значит, то кистью с водой. Если есть средство, значит, кистью со средством. Вот с этим, например. Прекрасно размачивается обратно. Переносится. Во, вот так лучше. Так. Теперь правый борт. Так, следующий.
Так, ну ладно, давайте сразу снизу еще на крыло наклеим. Здесь прям много расшивки получается, прям под номером придется все это дело доделывать. Так. Чуть подальше. Побольше водички. В смысле сета. Опять забыл заранее бросить. Ладно. Мочись. Так, а здесь она у нас где-то вот в этом месте. Надеюсь. Так, и шашечки расположены вот так. Здесь уголок, здесь прям точно сюда. На расшивку не заходит. Чуть-чуть толкаем. Как-то вот так вот. Вот такой вот нарядный. Нарядный. Так, снизу у нас сразу смотрим. Вообще никакой технички нет. Только сверху. И на бортах. Так, техничка, техничка. Техничка белая у нас.
пока я что-то не посмотрел по номерам, но чтобы отрезать было удобней, и чтобы не перепутать ее. Вот так вот мы сделаем. И по порядку. Так, это у нас правый борт. Так, и начинаем. 75. Под будущей антенной. Под будущей антенной. Вот здесь вот. 73. В углу расшивки. Вот здесь вот. Такая ярко-белая получается декаль. Контрастная. 75, 73, чтобы не запутаться, пойдем по порядку. 74, 76. 74, 76. Так, 74 у нас идет под решеточкой по диагонали. 76 идет на горгротте рядом с антенной. Андергрути рядом с антенной. Да, где-то вот здесь вот. Так, следующее идет у нас 74-76. 66. 74 под решеткой. 76 на горгротте. Так, 66 вот здесь уголочки. 66 так сделали. 71, 70, 69. Семьдесят один, 70, 69. Да прям вот так вот. Так, и 71 вот здесь, 70 вот здесь, 69 вот здесь. Семьдесят два, 67, 68. 72, 67, 68. Следующая партия. Так, здесь у нас еще по порядку идет. 71 в начале. 70-е. 70-е. Плыви, плыви, давай. 70-е. На место, на свое.
Так, и 69-й вот сюда. Так, следующая у нас партия вот эта, да? Конвейер, короче. На лючок. На горгород. И на лючок. Так, следующее пойдет. 65. Пять, 77, 63, 64, 65. В принципе, нормально вот это мы вначале делаем. Так, сейчас у нас идет первая нулячок, 72, да? Так вот. Так, 67 сюда, 68 сюда. Так, 65, 64, 63, 65 вот сюда, 63 сюда, 64 на этот вот лючочек маленький. Так, еще раз 65 сюда. Поближе к этому ножку. Так, длинная надпись 63. Вот сюда. Так, и сюда на маленький лючок маленькая-маленькая надпись, которая почему-то получается длиннее лючка. Так, что у нас осталось?
62 и 77. 77, 62. Прикольно. Семь по диагонали вот сюда. А 62 вертикально вообще вот сюда. Ага, и правый борт у нас закончен будет. Так, не перепутать. Вот вверх вот этим вот. Кстати, интересно, вот эти делал декали по фотографиям, или он это реальный борт видел? В том смысле, что техничка видна, техничка сделана только на бортах фюзеляжа и ни одной технической надписи снизу и на плоскостях крыла. Может быть, они просто не нашли фотографии в таком ракурсе. Не удивлюсь. У нас здесь не полная техничка, а только та, которую они разглядели на фотках. Интересно, что там за абракадабра написано в таком случае. Так, и теперь левый борт. 46, 47, 48. Сорок восемь, 49, 50, 51. 49, 50, 51. Не буду пока класть. Так, это у нас идет надпись прям на расшивке вот здесь, возле лючка. Вторая надпись идет на горгроте вот здесь. Третья надпись идет на лючке вот здесь.
Есть контакт. Выше, что ли? Нет, чуть-чуть. Одна. Вторая. Одна, вторая, третья. Тут ты никак не встанешь на свое место-то. Так, 49. Не понял. Сюда куда-то. Пятьдесят вот сюда куда-то. 51 вот сюда куда-то. 51. Thank you.
Так, 51, 52, 53, 54. Как у меня все удачно разложено. 52, 53. А. 52. 53. 54. Ну, почти. Но тем не менее не перепутаем. Обратите внимание, кстати, насколько хороша эта декаль даже без соло. Видите, лючок маленький-маленький на декальке. Она уже в него всосалась. Даже маленькое-маленькое отверстие посередине, и то на декале просвечивает. Вот. Тоже, видите, расшивочка пошла. Здесь вот нету еще, но здесь сет нам поможет. Но обычно декаль без сета, она вообще в расшивку не влазит. Если не использовать там специальные способы, приемы, которые мы раньше использовали, когда не было таких волшебных жидкостей. Вдавливали, помню. Уксусом приваривали, ваточной палочкой. Вдавливали в каждую расшивочку. Прям... Сейчас все это позади. Сейчас все стало гораздо проще. Так, 52, 53, 54. 52. Так, 52 у нас вот здесь. 53 у нас вот здесь. 54 у нас вот здесь. Так, 52 у нас вот здесь, 53, 50. Сет, кстати, уксус в чистом виде. Ух ты, 54 у меня отвалилось. Тоже, кстати, не паникуйте, когда оно у вас декаль вдруг останется в баночке. Хоть пинцетом, хоть кисточкой легко переносится в зависимости от размеров. Самое главное не насухо это все делать, это все. Пятьдесят пять, пятьдесят шесть, пятьдесят семь.
Так, 55 на люке вот здесь. 56 вот здесь. Вот здесь. Так. Все правильно. 55 вот здесь, мелепушечка. 56. Здесь. 7. А здесь. Так. Жарко сегодня стало, 20 градусов, окошечко открыл. Слышите? Кобели за самок борются. Так, это у нас внизу. Так, 58, 59, 60. Пятьдесят восемь. Где-то здесь. 59. Где-то прямо вот здесь. 60. Вот здесь. 58. 59 рядом. 60 сюда. Так, теперь позиционируем. Так, и парочка последних наклеек. Одна. Вот сюда. Вторая. Вот сюда. Так, кидаем. И позиционируем.
Не знаю, сколько редактор видео вырежет, дабы сократить это все дело. Но у меня вот на это все ушло ровно час времени. Вот, и нам осталось. Чистой кисточкой. Быстренько все пройти солом. Начнем в той же последовательности, потому что у нас они уже в этой последовательности высохли. Аккуратненько все проходим солом. Так, вот это вот пятно сета убираем. Здесь оно нам ни к чему. А шлак побелел. Но это не страшно. Высохнет, потемнеет обратно. Станет прозрачным в смысле. Так, ну ладно, снизу-то я отдельно, конечно, промажу. Ничего страшного. Давайте промажем. Примерно. Раз. Два. Три. 4, 5, 6, 7. Так. Ну и с этой стороны. Как я уже говорил, если вы привариваете декали такой жидкостью, как сол, то желательно оставлять на приваривание сутки. Хоть иногда и кажется, что она уже высохла, на самом деле химический процесс, он идет дольше. А если еще есть возможность, то в течение суток еще пару-тройку раз пройтись солом по всем декалям. Я этого не показываю на видео, чтобы не затягивать выпуск урока. Но я прохожусь. Особенно по большим декалям. Ну, я имею в виду по познавательным знакам, по таким, которые имеют большую площадь. Особенно если есть большое количество подложки прозрачной, как, например, вот на нашем номере. Вот по ним я обязательно еще пару раз пройдусь. Вот, ну и ждем сутки. На этом я с вами прощаюсь. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, рекомендуйте друзьям. Всем спасибо. Всем пока.